кинотеатре «Моряк» работает пункт возврата вещей, которые севастопольцы оставили на пляже во время ракетной атаки на город 23 июня. С 9 утра до 18:00 в будние дни граждане могут приехать, чтобы опознать и забрать брошенное имущество. В развернутом на северной стороне штабе работают сотрудники полиции и волонтеры. Человек-заявитель приходит, пишет заявление на имя оператора пляжа, указывает свои данные, паспортные в том числе, описывает вещи, которые были оставлены на пляже, после чего вместе с волонтерами проходит помещение, волонтеры помогают найти и в случае обнаружения своих вещей пишет то, что все вещи найдены, либо найдены частично. Люди приходят, заполняют бланк, какие вещи он потерял, оставил на пляже, и затем проходят в эту комнату. А здесь все расфасовано по мешкам, и обычно люди сразу видят по цвету, по форме, сразу вот находят свои вещи. Бывают, конечно же, трудные случаи, подольше там, могут не найти, к сожалению. Но обычно люди уходят довольными, потому что большинство вещей найдено. По словам сотрудников штаба, оставленными в основном оказались пляжные принадлежности – подстилки, зонты, полотенца и другие личные вещи. Работы на пляже продолжаются. В случае обнаружения имущества горожан, его будут подвозить в пункт, расположенный в кинотеатре «Моряк». На данный момент 12 человек уже обратились, 6 человек получили свои вещи в полном объеме, остальные либо не нашли вещи, либо нашли частично.